Сбербанк технологии и Татнефть. Сбербанк сейчас с Центрополя мяч разыграл. В бирюзовых майках играет команда. Их соперники Татнефть в ярких майках салатового цвета. Будем надеяться, что игра получится такой же яркой и голевой, как цвета этих команд. Сбербанк технологии. В этом в сегодняшнем туре еще пока не играл, так что свежая команда. У Татнефти поединок с Мосэнергосбытом сегодня состоялся. Счет 1-1 был зафиксирован в том матче. И Татнефть уже сегодня очки потеряла, больше права на ошибку не имеет. В противном случае рискует падать все ниже и ниже с той верхней строчки пьедестала почета, на которую в первом же туре нефтяники взобрались. Но одно дело забраться, другое дело удержаться. Чемпионат — это долгий турнир. Татнефть у нас — это кубковая команда. И вот здесь сразу нарушение правил уже на второй минуте этого матча, в самом ее дебюте. Сбербанк технологии у нас новая команда в этом сезоне, к нам присоединилась, но уже против Татнефти успела сыграть 4-2, тогда Татнефть одержала уверенную победу. Но после этого Сбербанк много матчей провел, и в каждой следующей игре смотрится лучше, чем в предыдущей, поэтому все только начинается для этих ребят. Татнефть с мячом на чужой половине поля. Хозяйки себя чувствуют. Ну, по идее, этот матч должен быть проще, чем против Мосэнергосбыта. Все-таки немножечко, даже дело не в классе. Наверное, было бы опрометчиво так говорить, рубить с плеча. Ну, просто разную игру команды показывают. Разную по стилю. Все там соотношение сил покажут будущие личные встречи. Пока счет 0-0, а значит, игра равная. Шанс у Сбербанка сейчас почувствовать мяч наконец-то. Гик, главное его подержать. Не делать сразу передачи рискованные. Ну и Татнефть высоко прессингует. Сбертех сегодня еще играет с Газпромэнергохолдингом и спецсвязью. Уж действительно непростой у них день получается. Идет пока Сбертех без набранных баллов. Вдобавок ко всему довольно много пропускает. Вот и угловой. Интересно, есть ли заготовленная комбинация. Вот, видимо, ее сейчас мы и увидели. Контратака Татнефти втроем. Фактически на вратаре одного защитника выходили. Ответная контратака. Вот обоюдоострая сейчас игра пошла. Нету набранных очков у Сбербанка, но они неоднократно были близки к тому, чтобы все-таки баллы заработать. С минимальным отставанием проиграли московскому Сберу.
МОС Энергосбытом та же самая история. Да и с Меридианом 1-3 все-таки могли за ячейку зацепиться. Поэтому чуть-чуть не хватает. Ну, в конференции премьер, как в музыке, или, допустим, в бильярде, если нету постоянной и долгой практики, то вот вроде бы все хорошо, но вот чуть-чуть не та нота. Или чуть-чуть, но не заходит шар в лузу. Вроде бы вот все правильно, а чего-то не хватает. Не хватает практики и опыта. Быструю атаку начинает Татнефть. Вот когда вот Татнефти появляется пространство, это особенно опасно. Так сразу передачу сделать, а вратарю нельзя сейчас сделать передачу, иначе будет свободный удар, мяч достанется Сбертеху, что может уже вынести его надо было от греха подальше. Снова очень близко к девятке. Очередной угловой. Татнефть команда настроения. Если не сможет она забить до конца первого тайма, во втором тайме может просто сломаться. Потому что настроение и так подпорчено ничьей с МОС Энергосбытом. Конференции премьер на очень высоком уровне играют команды, но вот в те уикенды, когда сначала у нас в субботу играет конференция А, а потом в воскресенье играет премьер, хочется какой-то большей бесшабашности вот, профессионалов, больше риска и азарта. Довольно динамичным получился первый тайм. Близится он уже к своему завершению. Хочется, конечно, больше забитых мячей, больше неожиданных действий, но пока футбол максимально прагматичный, показывает Татнефть. Посмотрим, что будет во второй 10-минутке. Начнется она после небольшого перерыва. Сейчас же пока отдыхаем, дадим командам попить водички, а потом продолжим. Потом и
вторая 10-минутка по-прежнему встречаются Татнефть и Сбербанк Технологии. В центре потери какая у Татнефти. Благо защитники, остальные партнеры Татнефти моментально устремились к своим воротам, и такой коллективный отбор получился. Вот все вместе отбились. Разыскали футбольный снаряд, подходящей формы, размера, цвета. Продолжаем. Сбертех в этом матче играет тот защиты. Привычная для них тактическая установка. Вот показывают, что стандарты постараются использовать по максимуму. Сейчас не точно. Надо пристреляться. Вот официальная статистика подсказывает, что в первом тайме у технологий было 5 ударов, и 3 из них в створ. Сходу и не вспомнишь, кажется, что сейчас мы увидели только первый, но получается 4-й удар сейчас по воротам был. Что по ударам в створ у нас статистика равна. От нефти 9 в сторону ворот, 3 из них в створ тоже. Преимущество от нефти, ну разве что по угловым. Остается мяч у технологий. Еще один дальний удар. В надежде, наверное, на еще один угловой. Все правильно, пока мяч у нас нам не забьют. Так что для Сбербанка выход. Время и ждать своего момента. Или наоборот, забить и потом тянуть время. Просто защиту тут от нефти не пройти. Нефтяники пытаются доказать это еще и забитым мячом. Чтобы получше отложилось такое знание. Всем составом Сбербанк в ворот соперника. Батарея ни к атакам не подключают.
Слушай, а хорошая сейчас размашистая атака получилась. И сейчас прошел пас неожиданный. В целом, по последним минутам сбербанковцы ближе к тому, чтобы забить. И сейчас момент еще у Сбера. Ну вот как раз то, о чем я говорил в конце. Первые 10 минут. Татнефть команда настроения. Если что-то не получается, это как снежный ком. Накапливается. Ну вот сейчас все-таки работает, наверное, опыт. Потребовалось Татнефти провести одну атаку, чтобы прийти в себя и забить. 1-0, и теперь Сбербанк технологии будет выступать в роли отыгрывающихся. Так что теперь им придется раскрываться. Нарушение правил. Еще одна атака у Татнефти через центр, и у Дваевича смогли преимущество. Неужто уныние накрыло теперь Сбербанк? Пока не видно, каким же образом будет Сбербанк раскрываться, за счет чего планирует отыгрываться. Пока они отдали мяч под контроль соперника. Тайм-аут берет одна из команд. Может быть, после перерыва узнаем мы и самое главное увидим какие-то изменения. Пока попробуем отсюда с нашей комментаторской позиции услышать, о чем будут совещаться. А все, совещание уже закончено. Так что вряд ли мы что-то услышим. Сбербанк не торопится возвращаться на поле. Пытается поймать эти последние секунды. И вот теперь видно, в чем произошли изменения. Ворота у Сбертех сейчас не защищены. Так что идут они ва-банк. И вот тот человек, который будет на ворота возвращаться. Именно он сейчас был с мячом. Ворота пустые, здесь не успевает он вернуться рядом со штангой. В
Стоит поаплодировать Сбербанку за волевое решение. Вторая попытка, третья даже уже вот от нефти, в пустые ворота забить. Все, финальный свисток, 1-0.